Всем привет, всем добрый вечер. Сегодня у нас титульная арена. Начало буквально через 3 минутки. Поиграем в лицок. И попробуем восстановить потерянный рейтинг, который я потеряла в четверг. Не очень удачно сыграла в турнирчике. Вот. Но самое главное сохранять самообладание, да? Потому что в прошлый раз... Пару раз мне флаг подрубили, и что-то как-то у меня все не задалось. Поэтому буду стараться сегодня поспокойней, не реагировать на такие вещи все-таки, бороться до конца. Ну а там будь что будет. Арена идет 3 часа. Я не могу обещать, что буду играть до конца все 3 часа, но посмотрим по состоянию и настроению. Вот. Но также зависит от вашей поддержки, конечно же. Попробуем сыграть неплохие партии. Начало через 2 минутки. Кто у нас тут играет? Давайте посмотрим. Вот Арсений Нестеров. Жигалка, естественно. Вот. Много у нас тут шахматистов. Всяких разных. Вот. Ну ладно. Гроссмейстеров много. У меня 76 номер, но это не совсем так, потому что рейтинг сейчас чуть-чуть ниже. Так что думаю, что стартовый номер чуть-чуть пониже у меня сейчас. Ну ладно, это не важно. Главное в плюсе закончить. Вернуть. Для начала вернуть 2600, знаете, а потом уже можно о 2700 думать. Мне так кажется. Так, что там у нас на Твиче? Народ присоединяется. Не, пока никого нет. А я не знаю, кстати, там показывает вообще, что я стримлю? А, ну да. Может быть, кто-то придет сейчас на Twitch. Так что периодически буду на английском тоже говорить, потому что там зрители тоже иногда заходят. Спасибо, да, за пожелание. Минута до начала. Сегодня у меня коняш тут рядышком. Будет бдить за всеми вилками, будет коняш бдить. Так что, надеюсь, он мне поможет. Мой талисман. Талисман моих стримов. Коняш. 42 секунды до начала. Hi, Tointo, thank you very much for your subscribe, as usual. Going to play title arena today. We'll see. Да, вот очень приятно, там подписываются тоже. Так что очень-очень приятно, любая поддержка. Thank you. Приветствую, Карина, как экзамены? Все хорошо прошло. Пойду там на следующей неделе выдадут бумагу. Ну, вроде все прошло хорошо, судя по всему. Ну, я так поняла. Окончательно я еще не знаю точно все прямо. Так, играю с каким-то мастером международным, да? Давайте сыграю староиндийскую. Так. Надо стараться время контролировать, а то это очень-очень критично бывает. Так, пойду. На меня уже пешками прут. Пешки не орешки. Ладно, пойду так. Ферзь d2. Эта пешка будет подвисать где-то. Ну ладно, так. Защищу. Good luck. Thank you very much. We'll try to play better, to play at least better that I played in Thursday. Так, ну что? Как тут подраскрутиться, попытаться? Какие-то ходы сделать? Непонятно.
Они как-то, да, вообще неудачно расставил. Я даже на d5-то толком съесть не могу. Конь b4, слон c5. Надо... Не просто, кстати, что-то расставилось нехорошо как-то, да? А как ходить? Может, ферзя на c5? Ой, на a5, точнее. Нехорошо поставила немножко. Не как-то... Не то. Еще темпы, считай, потратила. Неприятненько. Ну ладно, мне еще мат не ставит. Вот конь b4 можно. Ничем не грожу, да? Ладно, пойду. b5 подготовить или нет? А слушайте, какой-нибудь конь b3 хода не будет? Конь b3 уйдет просто ферзем, что ли? А тогда конь d4 могу. Слушайте, прикольный ход, по-моему. Брать ему матецкий, а так я коня переведу. Ну, это может быть сильная идея, кстати. Ферзь e1 должен ходить. Такс, интересненько. Тут о чем думает? Может взять, что ли? Да не, взять он не может уже никак. А, может взять? Ну не, не может точно. Король c1, там шах и мат потом. Слушайте, напрягла его слегка, это радует. Так, ушел, коня на d4 переведу. А еще а3 был ход. Ёлки, может быть, а3 надо было еще сильней линию открыть. Слушайте, а3 еще, может быть, круче было. Зверская какая-то идея там была. Или взять на d3, потом а3. АБ, там линия открывается, и что там вообще? Ой, не знаю, может, и мат был. Может, вообще а3 надо было точно сразу пойти. Даже не менять коней. Вот при коне на этом так, и на это так. Слушайте, крутая идея была. Черт, а сейчас, видите, не дает уже. Ну ладно, назад. Зато какое-то поле. Что-то, по-моему, неплохо так получилось в любом случае. Менять. Так, если не менять, он, кстати, ажф, ферзь h4 может где-то прыгнуть. Или не может. Ладно, давайте не буду ее менять. Крутая идейка. Только поздно как-то я поняла. Слушайте, а ладья h7? Нет. Не очень тут тоже. Так, как его скрыть? Ладно, беру. Нападаю. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то не то делаю. Сейчас же там пешка у меня упадет просто. Черт! Профукал очень важный момент, по-моему. Да, у меня сейчас пешка. Так. Брать нельзя. Е5 сейчас. Или F5, да. Тяжко, тяжко, тяжко. Сейчас мне поставят мат просто, да, цинично. Ладно, сейчас на флаг попытаемся еще как-то. Тяжело, конечно, какой тут флаг. Какой же тут флаг? Победа! Вытянул партию такую. Круто! И в конце ускорилась. Its name is Manvel. Sorry, I never join any team. I have my own team.
And I'm playing for my own team on Lichess. You can join my team. So, yes, it was a tough game, yeah? But A3 was so interesting. Here. Слушайте, мне кажется, А3 был просто крутой ход. Но я не знаю, он проходил вообще? Нет? А3 конь B4 сначала возьмет. No, A3 didn't work. Ну ладно, поехали дальше. Где-то, значит, тоже в конце повезло. Что тут говорить-то? Победа была такая. Good luck to top 10. At least top 50. I hope. I'm proud to be in Karina's team. Yes, Karina Chess Club, the best one. The best club on Lichess. We won Streamers Battle, by the way. One time. Поехали дальше, все. Сегодня, кстати, берсерки не буду брать, потому что вы знаете, чем это чревато. В прошлый раз я сама себя этими берсерками наказала, мне кажется. У меня игра не шла уже в какой-то момент, а я продолжала брать берсерки, проигрывала. Мне рубили флаг, я расстраивалась, и все было по одному сценарию примерно, да? Поэтому я решила от этой затеи отказаться. От затеи брать берсерки. Сегодня, по крайней мере, не портить себе настрой. Так, что тут будет? Мне матецкий хотят, да, влепить при случае. Так, надо реагировать. Наверное, надо, иначе линию откроют. А еще конь h5 какой-то исход. Interesting. Knight h5. Так, висит. Так, еще конь f4. Но на e1 уйдет. Давайте переведем ферзь коня. Ферзя убираем. Пешка вроде защищена. Так, 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 так. d3, d3. d3 выглядит интересно, разбить ему все тут. Так, а как мне это, через слон f2 начать или взять на b3 потом? А, еще конь прыгает на b4, я могу взять конь b4 и прыгнуть. Так, слушайте, что-то все так нравится мне. Ладненько. Это мне все нравится. Как это все четко сделать? Давайте взять. А, он закроется еще там. Ну ладно, давайте не буду брать, пока на b3 сразу прыгну. Поднапряжемся. Так, могу взять на а2, потом взять коняш. Давайте вот беру коняша. Промежуточки включим. Тут висит. Мы включим промежуточки. А сейчас матецкий ему попробуем. Так, давайте ферзя на этот фланг. Тут мне ничего не грозит. Нет, только шах. Ну, у меня поле под контролем. Так, перспективненько. Пум-пум-пум. Висит, висит. Коня уберу и мат там ему. Сейчас ферзь d4 как-то может пойти. Это поле надо будет закрыть. А, ну так, напал, да? Смотрите, сейчас шах вот этот даст. Так, а этот ход не проходит, да? Берет пешкой. Так-так-так-так-так-так-так. Если уберу коня, насколько страшен шах вообще? Шах-то всего один пока. Черт, непонятно. Шах там один, но там линию еще открывает. Это не ясно. Что делать-то? Ладно, так. Конь f6, король h8, аж. Ферзь g5, что ли? Это ж жесть. Сюда. Ну, тогда так и мат же. Это он мне помогает, кстати. Это он мне помогает. На этот ход так пойду. Спасибочки за помощь. Сейчас ладью отдаст. Надо быть начеку. Хотя как ему отдать ладью, чтобы мат не получить? Там так мат. Ну, ферзь. Ладно, беру.
А, мне решил флаг срубить. Ну, мамат, извините. Победа! Победа! Виктори! Карина, быстрее. Все под контролем, Миша, без паники. Ганикус. А, ну если награла. Нет, все, берсерки не беру. Сори. Надоело мне эти берсерки. Потом облом получается только. Не хочу я. Так что сори, Ганикус. Сегодня как-то так. Без этого обойдемся. Просто меня в прошлый раз они реально добили, эти берсерки. Я вообще такая злая была. Потом еще полночи играла в Блиц. Мне сегодня неохота это повторять. Зачем мне это надо-то? Неохота. Так, если ухожу... Достали они меня в прошлый раз. Так, сейчас слона выбьем. Тут связано, но сейчас фигуру он потеряет тут где-то при случае, может быть. Какой-нибудь съем вкусненькую. Так, а точно ничего еще не съедаю? Ничего, нигде? Пока нет. Так, а как мне так сделать, чтобы съесть? Ладно, так, пойду. Да, конь идет, с этим я ничего поделать не могу. Ладно, так. Слон дело сделал. А, слон F5, ёлки-палки. Что-то я тут... Что-то. Как-то чего-то. Ладно, сюда. Мне кажется, мне надо что-то как-то ускориться, да? Кто сильней? Сейчас увидим. Сейчас мы увидим, сейчас мы узнаем. Так, конь дело такое. Вилку бы не зевнуть. Как пробить позицию? Давайте так встану. Как пробить? Так, ну давайте, надо просто какие-то ходы пока делать, усиливающие чуть-чуть. Да. Держит как-то? Как держит вообще? Буквально кое-как. Придется фраг подрубить, что ли. Чуть-чуть я медленно, конечно, играю, учитывая, что берсерк он взял. Так, Матецкий там. Победа за нами. Победа! Ну, берсерк взял мой соперник, уж тут надо быть... Честным. Another victory. It's good. Always. Такс. Ну что? Начало оптимистичное. I'm happy for you. Thank you, thank you. Thank you, guys. I'm happy too. I won three games, yeah? But need to keep this mood. Need to be in this mood till the end. And our GMs,
He doesn't want to take Берсерк. What to do? Окей, let's play normal game. Так, ну чё, погнали. Теперь-то. Уже Берсерки не берут мои соперники, видите? Они поняли, что это чревато. Не, ну, не хочу я брать Берсерк, сори, но нет. Честно говоря, просто мне неохота, ну... Там, по ппхах чего-то как-то... Что-то мне уже в прошлый раз захватило, честно. Нет настроя у меня сегодня это. Катать там. Так, может, висячки организовать? Что там будет-то? Я должна такое быстрее немножко делать все. Так, ферзь e5 мне матецкий не ставит. g3 пойду. Пик. Пик. Все-таки хотя, да? Что там? Пока не грозит же ничем. Давайте коня переведем на блокаду. Ферзь d4. По c5 попаду. Что еще-то? При случае на f2 может жертва быть. Это всегда надо иметь в виду в такой позиции. Дать слона на f3 вроде могу же. На g3 тоже. А, еще на g3, кстати, жертва при случае может быть. Я должна быть повнимательней. Так, может на g2 просто поставить его? Пусть стоит тут. Так, вот он мне сейчас пункт прослабит, g3. И такое дело. Так, слушайте, надо коня, наверное, давайте менять его. Предложим, по крайней мере. Быстро катает парень. Ладно, так. Так, пункт G3 будем укреплять. I need to protect G3. One more time with my knight. And maybe I will go to F4, but not sure yet. Not now, probably. Или пойти все-таки. Какой-то ход надо сделать. Так, что ли? По времени здесь проседаю очень жестко. По времени очень жестко проседаю. Так, нападу разок. Такое нападение, конечно. А, еще может быть... Да, вот слон F5 еще. Грозит всякие штуки. Ладно, вниз. Уходим. Минута разницы. Время, конечно, поджимает конкретно. Так, ну, слона за коня отдавать не вариант. Как бы ты... Может, конь с этой... Давайте коня поменяем лучше. Так, я там не вижу, что... Посмотрю потом ваше сообщение попозже. Окей, okay, I need to exchange with knight. Knight is very active. Let's do it. What about this position? Так, на g3 мне, боюсь, удар сейчас придет. Сейчас где-то на g3 придет удар. А как мне этому противостоять? Может так? I need to protect g3, you know? g3 is a bishop g3, сама идея. Так, он слон d3, кстати, мог пойти качку мою съесть на прокачку. Давайте меняем, пока мне матецкий... Пока мне качество не съели. Так. Слон, конечно, куда его пихнуло? Так. А чё, он мне пешку-то отдал вроде? А, время. Цигель. Алюлю. Ой-ой-ой. А, зевнул, лазю же. Так, правда, смотрите, какой-то ход нашелся. Ах, черт. И ферзь d7, да? Да нет, еще. Посмотрим. Ничего себе, тактика срослась. Время только нет, ничего, ни капли. Все, сейчас в молчаливом режиме попробую.
Да, без шансов, к сожалению. Сама виновата, очень, очень медленно играла. Да, ну, ничего не сделаешь. Медленно играла, и это сказалось, учитывая, что без добавления играла хорошо, но медленно, так что тут ничего не сделать. Хорошая была партия, близко было. Так, всем приветик, кто только подошел, рада всех видеть. It was tough game, was good game, yeah, I had good position, but I spent a lot of time, this is my problem. But position was really good, yeah, and I had the chance, but too slow, too slow. Without increment, it's difficult to play like this. Ладненько, сейчас ускоримся, ничего. Ждем следующую. Так, Кан. Напоминаю, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте лайк, не стесняйтесь. Также, если есть желание поддержать донатом, всегда приветствуется. Ссылочка в описании. И в описании ссылочка на Boosty на закрытые уроки. Присоединяйтесь. Там есть закрытые уроки, а есть открытые тоже. Так что присоединяйтесь в сообщество. Там, кстати, так хороший интерфейс и удобный, и вообще очень хорошая платформа. Я раньше не знала, но сейчас вот стало это популярно, и мне прям понравилось. Так что на Бусти подписывайтесь тоже. Там все видео будут храниться. История! Вся история канала Карины Чес. Грандиозная история. Так, давайте я должна побыстрее играть. Он берсерк взял. Не, мы сегодня, у нас стратегия наказывать всех, кто берет берсерк, как бы. У нас стратегия сегодня простая. Вот, кстати, зря конь А2, я что-то пешки ему соединять. Ну ладно, уже пошла, надо так ходить. Это зря, кстати, я сделала, знаете? Такой размен, я думаю, мне не выгоден особо. Так, что дальше-то? Может быть, пытаться тут? Тут уже не хочу менять. Надо просто делать ходы, естественно, и быстро. Так, ладно, этих разменяю. Так, пусть тут стоит, что-то на H8, а то как-то неприкаянный. Куда прыгает? Непонятно. Так, H6 ушел. На B6 зависнет. Куда вот мне его вернуть? Давайте сюда, что ли? Если разменяется, мы его разменяем. Так, не хочет. Какую-нибудь матовую идейку организовать. Не вижу. Так что пойти. Медленно немножко сейчас. Я еще, кстати, мышкой не так что-то в последнее время уверена. Я вроде буллет иногда тренируюсь, но как-то у меня движения какие-то не это, не отработаны мышкой. Сейчас еще вставят коня на D5, это будет противненько так. Что-то мне, кстати, не нравится. Наиграл эту фигню. Ну ладно. Сейчас пешку хотя бы защитим. Так. Дайте линию. Куда он конем прыгает своим? Я вообще не понимаю пока его многозадачные прыжки. Шах, что ли, дать? Шах это... Что там? Так, может, я шах дам? Ладья e4 нельзя. На это ладья g1. Опс! Пазл раш, пазл раш. It's пазл раш. Карина сильно катает-то.
Шахматишечки. Так, что-то шах даст. Сейчас вечно шах-то не будет. Нет, наверное. Так, а что я тут наделала-то? Не поняла я чуть-чуть. Подождите, мне грозит один мат на d8. Ладно. На e8 теперь. Так, надо восьмую закрыть, а то я сейчас зевну мат. Так, ну так, ладно, взяла. Не зря берсерк не брала, да? Хоть подумать было время. Да, тут что-то... Был шанс зевнуть. Мат. I was a bit afraid about checkmate on back rank. Так, ну что у нас там в чате? Браво, thank you, супер. Thank you. У нас там на Твиче активный чат, а что-то на Ютубе пока не очень. Пока еще не очень активный, но ничего, активизируется. Я думаю, скоро все. Так, конь на f5 направляется. Давайте слона верну. А если d5, у меня все подвиснет. Надо d6 ходить. Так. Слон беру. Размен предложу. Слон на b3 такой сильненький. Не хочет. Может так? Слон h6 грозит, ушла. F4, нет, пока конь H5 какая-то. Все равно ходит. Ну ладно. Так, разноцвет. Ну ладно. Это слон сильный. У меня тоже, кстати, неплохой же. Что, я слон E5 могу? D4. C5. На будущее. Сейчас двоит. А, b3 хочется выставить. Так, что насчет ферзя? Не потеряется нигде. Не знаю, может их разменять. Ферзей имею в виду. Да, сонная аудитория. Ну, надеюсь, вы хорошо заснете под мои комментарии. Я сильно кричать не буду. Я не буду кричать сильно. Вы спокойненько выспались. Не, не это. Не хочу вас это тревожить. Поэтому можете спокойно спать и не переживать. Слушайте, мне сейчас какие-то матовые штуки прилетят там, но пока вроде нет. По восьмой там при случае. Опасно немножко это. Так, вот то, о чем я говорю. Ладно, меняю. Йоу, мау. Попал. Ладья-то что-то встал-то неудачно. Как мне от ладья F8 защищаться? Слон F6, что ли? Так, может, ферзь G3, ладья F8, слон G8, выйду королем. Да, выхожу королем, в принципе, не страшно, наверное. Надо ничего сделать сейчас быстро. Ну или не быстро. Можно медленно. Ну, выиграть, я думаю, не рискую, конечно. А он тоже, наверное, не рискует. Сейчас время уравняется.
Время сейчас держать. Мне будет цинично рубить флаг, пытаться, по крайней мере. Так, у него активнее ладья. Так-то и нельзя сказать, что так все. Сейчас еще просто. То есть мне же надо как-то это все развязать. Как мне это развязать-то? Ладья с мега-пассив. Ладно, надо на месте стоять, я чую. Я чувствую, что надо стоять на месте. Так, я же 6-5 выдвину. H5, король G5. Мне пешку сейчас не сожрет. Король G5 там. Пу-пу-пу-пу-пу. Чуть мне не нравится. Так, что делать? Ёлки-палки. Что-то как-то... Да, еще продумала. Ну ладно. Так, сейчас стоим. Я так вообще нельзя. Неприятно. Так, Полина, спасибочки. над победой и достижения в игре и стримах. Спасибо огромное. Благодарю. Ну, тут не удержу эту партию, видимо. Время нет, и позиция, конечно, так себе. Да, ну что-то эндшпиль так себе оказался, честно говоря. Тяжелый эндшпиль-то оказался. Да, ну все. Ничего не успеваю. Надо бы уж ходить тогда просто уже как попало, потому что времени нет, а что-то думать-то особо. Да, к сожалению, не удалось. Евгений, спасибо большое. Евгений уже который стрим поддерживает. Спасибо огромное. Очень приятно, Евгений. Приятно, что есть такие вот зрители. Следят, еще и поддерживают. Так, я читаю, что тут у нас пишут. Так, с компа по умолчанию в твит переносит. А, в Твич имеете в виду? Ну да, у меня там это, ретрансляция идет. Вот и Питти, tough game. Yeah, but this in game with opposite color bishop was not so easy, I guess. My position was, my rook was more passive and it was not so easy to play. Да, и короче, у меня на Ютубе и на Твиче идет трансляция, но я стараюсь как бы и на английском немножко, и на русском, всю аудиторию охватить, это сложно. Но на YouTube обязательно подписывайтесь, потому что у меня на YouTube же еще уроки выходят. На Твиче там такого близко нет. Вот. И все-таки больше стримов пока у меня на русском. Я не планирую как-то на английский полностью переключаться. Но стараюсь тоже там делать, потому что зрители есть, и как-то хочется все-таки, чтобы аудитория расширялась, поэтому. Так, играю с очередным гроссмейстером. Кто это, интересно? Из Латвии. Не знаю, кто. Но это и не важно, как бы. Фу-фу-фу-фу-фу. Ладно. Ладно. Все поменяем. Так, надо отойти. Куда лучше? Сюда. Е4. Е4 его никогда не волнует вообще. Там все разменяется просто, что ли? Давайте так. А так конь идет. Так, я должна Е4, конечно, считать, но не в этом случае, да? Не в этом случае. Так, что-то надо делать.
Потом побыстрее. Вон так пойду. Так, если беру, он берет ферзем. Ладно, беру. Пешка берет. Е4 тогда. Типовой приемчик. Разбить эти пешки. Ага, качество, видите, пожертвовал. И конь Е4, пешку еще потом. Ладно. Что делаешь? Посмотрим, что из этого выйдет. Ой, еще конь С3 жива бьет. Ух. А почему не на Е3-то пошла? Надо было хотя бы на Е3 тогда пойти. Глупость какую-то сделала. Ну ладно, что делать. Сейчас у меня все пешки поест. Коняшки зверски сейчас. У меня все пешки поест там. Так, ладья жалко не висит, а. Обидно. Обидно. Тяжко тут быть и играть. Одни зверские. Они просто зверские. А у меня ладьи пассивные, дальше некуда. Так, еще тут идет. Очень плохо, но боремся. Идея жертвы, кстати, качество сильное, да. Е3 беру. Нет, Е3 не ходит. Так, надо что-то напасть один раз. А, кстати, Ж3, потом слон Е4 же могу, нет? На конь d5. Может, это он зевнул? А, ладья b6, там, по-моему, сейчас ходит. Да, может, сейчас ходит. Ну, ферзь g4, вернусь. Так, быстрее только ходи. Львовна. Так, стоим как-то пока. Уплотнились. Прыгнул. Так. Бить, что ли, да? Другого нет. Посмотрим. Защищает. Шахетский ничего не даст. Так, как бы d4 напасть так искусно. Блин, как бы... А, нет. Думала, выигрываю эту. Чёрт, сейчас b2 надо было, что ли, куда-то ходить. Сейчас эти пешки попрут, как танк. Да, проигрываю. Но питаю надежду на мульку. Ай, все, не успеваю, да. Жалко, интересная была партия, но кони оказались сильней, на самом деле. Не знаю. Knight is the strong piece, yeah? What to do? Knight was better than rook. Not my knight. My knight is here. Жалко, что не мой, да? Коняш. Ну, чужой тоже сильный.
Так, ну что, сложные партии были, но интересные. Эту партию бы я разобрала, но надо следующую играть. Тут времени так долго нет. В титульном вторнике между турами перерыв. Есть время разобрать, а тут как-то... Была реально интересная партия, не знаю. Я думаю, конь просто сильней там. Так, нет, сори, не буду я брать. Я не хочу просто. Я сегодня решила не брать эти берсерки. Мне это шлепание потом. С плохим результатом мне шлепание неохота устраивать. Я свои ошибки прошлого стрима не повторяю. Я уже проанализировала. Вот, он меня просто добил. Но вы сами видели, как у меня в прошлом стриме уже в какой-то момент поднакипело. Поэтому я в этот раз уже по другой схеме действую. Так, вариант Дубова. Вариант Дубова. А, солнце 5 же надо было. Фуф, я забыла. Сейчас, подождите, я что-то перепутала, похоже, уже. Блин, а я что-то перепутала, реально. Так, ладно. Какой-то я порядок ходов перепутала, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, бывает. Что ж делаешь? У меня слоны. Я не сказал, что уж плохо. Но не то, как бы, ради чего это играется, эта позиция. Сейчас еще конь прыгнет. Ой, на d7 еще прыгнет. Так, что-то я тут наиграла ерундистику. Ну ладно, мне надо просто быстро хотя бы играть тогда. Что я могу сделать с этим? f6, ферзь e6. Нельзя. Слон c8 сходить. Надо соображать быстрее. Не знаю, тут плохая позиция. Я что могу сделать? Если перепутала там. А, f6, кстати, сейчас же пойду следующим ходом. А сейчас-то можно уже f6. Или нет? Слон h6 будет? Нет. Слон h6 будет. Ладно, давайте на что-нибудь нападем один раз. Хотя бы. f6 not possible, bishop h6. I missed! Ёлы-палы. Сейчас мне пад по черным полям просто, что ли? Ну, слон f8 вроде успеваю еще на шару. Как-то на шару еще... Пока еще повезло немножечко. Но близко. Близко, близко. Ну, я имею в виду близко. Но нет, пока еще прикрыла поля, главное. Не, was dangerous. Так, не забываем, что он взял берсерк. О! Видите, повезло. Вот поэтому я берсерки не хочу брать. Сюда пойду. Так, как мне это? Нет, это под темп. Сюда. Вот именно поэтому я не хочу всякие берсерки. Вот там зевать на ровном месте. Мне это надо? Нет. Мне это уже не надо, знаете. Нервные клетки надо беречь, как говорят. Time to win, yes. But he took berserk. What can I do? Sorry. But today I'm not going to take any berserk. No any chance. I remember my mistakes from previous stream.
Так, 42 зрителя, всем приветик, лайкосик поставьте, не жалейте. Сейчас давайте до 40 добьем, что там, 34 как-то, маловато. Лайкосики. Давайте, давайте, поднажимаем. Поднажимаем. Что-то не вижу, чтобы там поднажималось чего-то. Если кто не знает, такой вот там есть такая кнопочка, вот так. О, один человек понял, куда жать. 35 стало. Нажимаем, нажимаем. Ну что, ну? Что, все поставили, что ли? Не верю. Я в такое не верю, что все поставили. Ну вот. Ну, будем думать так, что все поставили, я надеюсь. Так, мне надо 2600 вернуть. Кто не в курсе, у меня сейчас эта задача. 39. Молодцы. Поняли, поняли, на какую кнопку жать. Красавцы. Красавцы и красавицы. Я не знаю, хоть одна девушка смотрит мой стрим? Вот как думаете? Так, Печкин какой-то некий. Еще и почтальон к тому же. А, Борис Савченко. Оу, сильный соперник у меня. Вот, кстати, Борис не берет со мной берсерк. Видите, уважает. Ну, я так думаю. Я думаю, что это причина. Хотелось бы думать так. Я надеюсь, что так и есть. Хотя за него я сказать не могу. Почему он не бьет? Так, сразу Е5. Есть такая, да, заваруха. Ой-ой-ой, помнить бы мне хотя бы чуть-чуть эти варианты бесконечные. Их просто бесконечное множество. Давайте, может, все разменяем. Если разменяется. Если разменяется, то мы все разменяем. А если не разменяется, то что будем делать? 42? Да, вы правы, Андрей. У меня медленно обновлялась статистика. Поэтому я вас призывала. Нажимать поактивней. Так, нажимать, нажимать. Конь d5, слон d2, чего там? Ну, что-то как-то опасно это все, мне не нравится. Ладья d5 потом. Может быть, уже пора фигуры развить куда-то? Стратегия разменять все. Чёлкин, да, ну, Печкин точнее. Печкин серьезный соперник, Борис Савченко, сильный блицер. Известный. Но мы боремся, мы что, сейчас меняем фигуры? У нас стратегия уже известна. Ну, он, наверное, мою стратегию понял. Мою глубокую стратегию он, наверное, как-то разгадал. Печкин. Так, Печкин мне сейчас тоже хочет мат. Мне сегодня все хотят мат на g2 или g7 ставить. Ну что, 0-0, слон f3, пока защищу же. Пока же мне не поставят. Сейчас надо внимательно, может, что-нибудь зевнет мне. Я надеюсь, по крайней мере, что что-нибудь зевнет. Сейчас f4, кстати, хочу. А как он будет защищаться? Так, как он будет защищаться от f4? Что-то я пока не понимаю. Конь c3, что ли, бить? А, конь c3, bc, f4 потом. А как он защищаться-то будет? Ну-ка. Я его ладью не заловлю там вообще. Слон f5. Так. Такой же есть ход. Не пойму ничего пока. Что-то я ничего не понимаю. Борис, фигуру у тебя не съел я случайно? Сейчас увидим. Фигуру же съела. Как он спасать-то хочет? Так. А, ну да, так беру. Теперь же 6, да? Так, как мне это съесть? Так, ну слон f3, что ли, пойти?
Как выигрывать? Тут выиграно, конечно, должно быть. Фигура же лишняя. Так, сейчас главное это, не это. Не расслабиться нигде по пути. По пути не расслабиться. Спокойненько выиграть. Спокойненько выиграть. Ой, чуть не промахнулась, фуф. Аж рука вздрогнула. Так, давайте быстро катать. Ой-ой-ой, там что-то я... Ой, там пешку мне может попробовать съесть. Фуф, мат успела. Мат. Да, ну сильного гроссмейстера обыграла. И блицора. Но что-то я медленно играю в конце. Немножко не уверена. Чуть-чуть. Но победа за нами. Лишнюю фигуру реализовала. Отличненько. I won the game. Yeah, it was a tough game, by the way. But I had a piece. I should play a bit faster, yeah. Победа за нами. Next gem. Yeah, but he didn't take berserk. It's good news. Нет, там матецкий на g5. Все под контролем. Что-то у меня руки это... Немножко движений. Движения какие-то судорожные слегка. Ура! Фуф, ну что, следующий... Пока из силы играем, там посмотрим. Я думаю, часа полтора точно буду играть, а дальше будет видно по состоянию. Сегодня у меня еще много было уроков с учениками, поэтому я что-то сегодня уже, конечно, уставшая к вечеру. Yeah, what's up game, but I won. Оу, поддержка. Магнус танцует. Димитрол, спасибо большое. Огромное спасибо Димитрол за поддержку. Yes, мы сделали это. Единички для Карины. Да, у меня любимое число 1 и 11. Кто не знает, это мое любимое число. Ну, поэтому вы видите, что у меня Карина Чес 1 на Ческоме и Карина Чес 11 на Личесе, да? Поэтому именно так. Yes, Magnus is happy. Yeah? Магнус из Хэппи. Фуф, ну что я там? Нормально, я так выиграла. Довольна сейчас. Партии, но не расслабляемся. Так, никаких. Сори, не беру берсерк сегодня. Вот честно. Извиняюсь, но нет. Я сразу всех предупреждаю, потому что они могут обидеться, но потом они посмотрят мой стрим и скажут, ну ладно. Ну, а что, я предупреждала. Что мне теперь? Фу, главное не расслабиться, знаете.
Главное отработать партию. Нервы, конечно, тоже, да. Но в той партии нервы, конечно, думаю, уже выиграно, но надо выиграть еще ведь. Нервишки-то у всех такие, не железные. Так, так нельзя пойти? Или это чушь? Так, главное не расслабляться, пожалуйста. Так, а я хочу ферзи. А, не, ферзи у меня же этот подвиснет. Нет, сори. Надо быть внимательной. Так, вот эндшпиль покатаем. Сюда сейчас как-нибудь попробуем. Е5. Е5 связано будет пешка. В этом проблема. На Е5 пойдет конь d7. No, e5 doesn't work, I think. Knight e2 or knight a4? Knight e2, окей. Так, теперь e5 вообще нет. Ну, конь c5, e5. Что там будет-то? Конь c5, e5. Конь e4. Ладья d4. d5. Беру. А, конь c7 защитит. А, не, ладья d1. Конь c7. Слон d6. Конь e6, ладья d5. То есть, если так. Ладья d1, конь c7, слон d6. f5 пошел. Да, f5 тоже есть ход, естественно. А, кстати, f5... Ну ладно, тем конем пусть бьет. Этим. А, этим же может. Чё я его... Хочу заставить, как мне выгодно. Так, мне надо просто быстрее сейчас двигать. Мои фигурочки любимые. Ой, конь c3 там что-то подъев. Подъев пошел. Конь d5, ладья d5, конь c3, вилка. Слон b2 надо было пойти, слушайте. Ну ладно, назад что ли? Так, давайте вот сейчас. Подзев какой-то пошел. Так, надо сейчас ускориться срочно. Я что-то это... На флаг. Иначе не смогу. Так, подзев. Конь держит. Так, пешацкий. Чек. Так. Как реализовать позицию? Так. Так, а коня-то что делать-то с ним? Зачем конь c1-то пошла? Так. Сейчас он мне пешки там начинает атаковать. Мне это не нравится. Как мне отсюда выбраться? Ой, какой пассив. Что я сделал вообще? Ой, ёлки-палки. Жесткий пассив. Дивно, ладно. Да, победу. Ну, медленно играл, он же берсерк еще взял, учитывая, что и берсерк, я, конечно, медленно. I was a bit slow, yeah, but it's enough to win. At the final, night in game is not so clear, I don't know, I did some mistake probably. Because looked should be winning faster, I don't know. Наличие скальпа не означает, что... Нет, чем больше скальпов, тем лучше, это же факт. Так, ну что у нас? 5 лайков осталось поднажать. Кто еще не нажал, нажмите, пожалуйста, до 50. Давайте. Как там известные блогеры говорят, надо фуры разгружать, чего-то такое я слышала. Вот мне надо свою фишку придумать, понимаете?
Какую-нибудь свою вот фразочку такую. А у меня нету пока никакой фразочки-то коронной. Давайте конкурс проведем. В чате напишите, какую мне фразочку говорить в случае победы. Проводим конкурс. Кто предложит самый лучший ответ, тот молодец. Все, жду. Жду ваши сообщения в чате, вот тут внизу. Ну, то есть он у вас там сбоку чат, сбоку там пишите. Какую фразу Карине говорить в случае победы? Фишечку, фишечку. Так, напоминаю, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. На Бусти подписывайтесь тоже. Вот, это замечательная платформа, где видосики обучающие выходят. И новые, и старые, и день, и ночь, движуха. Подписывайтесь на Бусти. Подвести? Нет, мне сейчас надо новую. Давайте новую фразу. В случае победы, что я должна говорить? You know, you need to offer me some phrase, which I will tell when I won the game. When I would won the game, you should tell me some phrase, which I will tell you all the time. So you can offer in the chat. What should I say when I won? Так, вот Надир уже молодец, варианты предлагает. Жду я вариантики. Так, следующее. 2600 вернула. 2600 back. Finally. I won my rating back. But let's improve now. I played against him in bullet, I guess. Who is it? Croatia. Croatia is very nice country. I was in Zagreb and I was in Rijeka. By the way, two times I played in women tournament in Rijeka. I like Croatia very much. Very nice country. Да, была в Хорватии, в Загребе и в Риеке два раза, играла в международном женском турнире. Мне там понравилось. Такая красивая страна, приятная. Хорватия. Классная, в общем. Вперед к 3000. Так, это лозунг или что это? Вперед к 3000, это к чему относится, скажите мне. Слушайте, надо не расслабляться. Давайте, ладно, я партию сыграю, потом почитаю ваши предложения, потому что сейчас боюсь зевнуть чего-нибудь такого. Может, 3-0 сходить? Чё он там? Надёжный мой королик-то? 3-0. Так, подождите, у меня ферзь висит. Вот что, вот видите, отвлеклась. Это чревато. Надо сейчас сконцентрироваться. Рассуждаю про 3-0. Так, слушайте, а как мне рокировку-то сделать? Сейчас мне пешку еще съедят на Е6 при случае. Как же мне быть-то? У меня позиция не очень, по-моему, возникла. Ну, 3-0, что ли, делать? Конь Е6. Мне пешку съедят. Может быть. Да, еще так. Как быть? Так, тут надо прям подумать. Что-то я как-то встряла. Ну, подумать-то подумаю, а что-то ничего хорошего не придумаю, мне кажется. Как ни посмотри, все, пешка падает. Черт, как-то подрасслабилась. Ну ладно, без пешки, ну что сделаешь-то? Не разобралась там. Еще время спалило. Ладно, ладно. А, нет, сейчас он может вообще конь F5 взять. Я не должна... А, тут взял еще.
Неприятно. Неприятно не то слово. На два не сожрать, да, никак? Не спасу. Так, ну чё, без пешки будем мучиться. Шансы есть, конечно, чё тут говорить. Шансы есть. Так, нельзя. Время жмёт. Позиция тоже. Но я верю лучше. Position is not good, but I believe I will do something. Сейчас еще b4 фиксанет, конечно, противно. Противненько до ужаса. Так, пошел, что за ход-то? Блин, надо соображать быстрее. Не знаю, что мне соображать-то. Надо прям двигать. Пешки быстро. Ладно, меняю. Давайте королем сейчас попрем. На пролом куда-нибудь. Он не проломится никуда, конь c1 станет, конечно. Что обидно. Черт. Плохо-плохо. Что делать? Ты... Печально. Может и не печально. Но времени нет. Чё, защитил? Эх. Обидно. Да, проигрываю. Ой, так ещё пошла. Глупый ход. Ну ладно, тут проигран. Он берёт просто и пешки проводит. Там две, наверное. Время запустил. Обидненькое поражение, к сожалению. Что-то у меня по дебюту не получилось. Was not so good since opening, yeah? My position. I don't like... And I lost pawn. Сложно, конечно, да. Но если бы еще запас по времени был, может быть, больше шансов было. А так и по времени, и по позиции. Что-то как-то в дебюте, да, надо посмотреть этот вариантик. Я не знаю, что там, что к чему-то. Надо посмотреть, что к чему. Так. Мороцы у нас. У нас мороцы. А у вас? А у нас в квартире газ. А у вас, а у нас мороцы. Придется 5. Что-то грозит пока. Ничего вроде не грозит. Или что-то грозит. Ну не, вроде бы. Главное не зевнуть там, не забыть. Грозит или не грозит? Главное не зевнуть. Так, думаем. Взял, потом конь e4, да? Мне сегодня все качества жертвуют. Смотрите, как интересно получается.
Ладно. Посмотрим, что там это даст. Сейчас все узнаем. Не первый раз, да, сегодня мне там отдают качество. Так, ну что-то бить неохота. Так, пойду. Что-то я не думаю, что качество должно быть хуже, чем фигура в такой позиции. Еще пешку возьму. Не верю я в это. Ой-ой-ой. Черт. Это нехорошо, что такой размен. Или не будет размена? Будет. Нехорошо. Ну ладно. Что сделаешь-то? Если уже получилось. Блин, вот это неприятно. Пешки себе разбил зачем-то. Зачем? Так, должна играть быстрее еще. Нехорошую одну вещь сделала. Разбила пешки. Так, что-то мне вообще не нравится. Ладно, надо уже делать ходы. Не могу я тут выбирать. Еще выбирать не могу. Ой, очень вот нехорошую вещь я сделала, мягко говоря. Как мне с этим быть? Да, еще так. Ничего не грозит вроде пока. Нехорошие вещи сделала. Да, это сильный ход. Не мат сейчас. Черт. Посмотрим. Что обойдется все. Пёрский. Победа! Фуф, ну в конце было непросто, да? Я не думаю, что была компенсация у него такая за качество, но я зевнула вот эту штуку. Как его? Ну вот то, что размен там. Вот тут вот. Это мне не надо было, конечно. У меня же пешки разбитые получились. c4. Yes, I just blundered that he could take on before, and it's not so good for me. I shouldn't take on d6 right now, yeah? And maybe I should play knight e4 or so. It's okay. Да, ну, 2600 again, yes, finally, I got back my points, I'm happy,
Эстой Фелис. Эстой Фелис. Алло. Не, у нас морозцы. Я не знаю, как у вас, у нас морозцы. Кстати, видосик записала крутой на эту тему, на тему морозцы. Скоро выйдет. Скоро выйдет. А на Бусти он уже выложен. Можете доступ получить к нему прямо сейчас. Вот. Там на Бусти ранний доступ к видео есть такая подписка. Если есть желание, можете туда зайти. Там за символическую плату ранний доступ ко всем видео. Еще на канале нет, а на Бусти уже есть. Так что все сейчас четко у меня отлажено. Ссылочка скинула. Так. Yes, I won. Так, ну что делать-то? Ну, давайте сейчас обещаю еще минимум 15 минут. Да? Полтора часа ровно я обещала, что стрим будет. Я его сделаю. А дальше я по состоянию. Не обещаю, что 3 часа просто я боюсь не выдержу сегодня. Потому что я сегодня... Уроков было много с учениками. И еще 3 часа играть, это у меня же мозги взорвутся. Тяжело будет. А, еще, кстати, новость. Тоже сразу скажу. Завтра состоится мое первое интервью на испанском языке на YouTube-канале одном. Потом, когда оно выйдет, я уже скину вам ссылочку, посмотрите. Мне надо готовиться сейчас, заготовить речь грамотную на испанском. Так что у меня время-то нету. Mañana voy a dar entrevista para un canal de YouTube, español canal de YouTube. Фу, ну что, давайте, может быть, партийку. Так, играю еще одну, по крайней мере. Одну сыграю еще. Чтобы ровно полтора часа было, как и обещала. Я вначале сразу сказала, что полтора часа это будет минимум. Кто берет канал? Канал ЧСБС испанский. Qué sorpresa. Sí, sí. Mi primer entrevista en español. Так, ну что, поехали. Руки вспотели аж от нервов. Так. Сейчас. Это медитация сейчас у меня происходит. Не обращайте внимания. Так, что так возьмет? И на D6, E5, да, пойдет? А что мне делать-то? Что-то какой-то ерунда, да, получилось? Что, я уже ошиблась где-то? Так, мне надо сейчас сообразить быстро хотя бы. Что-то как быть-то? Ладно, так. Пойму. 6 и 5. Там D5, что ли? Панда 6. Так, ну Е5, может быть, ферзь Е7 был ход, я не знаю. Так, эту пешку я даже намерена отдать при случае. Давайте так сначала. Пойдем быстрее вперед, потому что он... А, сюда, да? Так, эту пешку я думаю отдать. Бери, пожалуйста, не жалко. Я имею в виду на D6. За таких слонов и пешку не жалко. Ну, там, как минимум, отыграю, а как максимум еще заатакую. Е5,
Е5. Решил все подменять, да? Могу этому помешать? Конь d5. Не хочу ферзи что-то менять, не знаю. Давайте при ферзях поиграем. Позицию. Поиграем при ферзях. Слон b5. Нет, слон b5 не пошел, кстати. Так, куда этого ферзя убрать? У меня фланг не развит никак вообще. Куда мне его убрать-то? Так, что-то. Может, сюда пойти? Не, какой-то дурацкий ход. А куда? Блин, надо быстрее сообразить. Не вижу. Ладно, так, слона 2, ловушка мелкая. Ловушка мелкого разлива. О! Ловушка мелкого разлива тоже работает иногда. Ой, Карина, Карина, ты что зеваешь-то? Или не зеваю? Ой, я зевнула, что конь стоит. Вот это начинается. В колхозе утро. Слушайте, ну может еще прокатит? Ну нет, не прокатит. Черт, зевки. Коня у меня вообще отрубило, коня не видела. Так, ну чё-то. Наверное, еще одну придется сыграть тогда. Да, такой ход. Там восьмая вся свистит. Да, глюки. А подождите, может, еще спасусь? Подождите, давайте. Вот сейчас не надо раньше времени уже переживать. Бывает у меня такое. Иногда раньше времени я переживаю. Так, а зачем? Сюда. У меня аж ферзь остался-то. Он зевнул, а не я зевнула. Так. Ну нет, конечно. Что я вообще творю? Я тоже глупость делаю. Сейчас ладья f7. Что, мы зеваем по-жесткому сейчас. Так, ладно, собралась. Молча. Все-таки зевнула, да. Ай. Сори, но так получилось. Да, и слон c2. По времени, и поэтому тут как-то я не разобралась. А что я не разобралась-то? Что я... потерял вообще? Хотя конь f7, а что, как мне защищаться-то? Ну, конь f7, может, ферзь f2, не страшно, вечный шах там. Ухожу. Ну, вечный шах был бы. Кроме вечного шаха, я не вижу, как он выиграть мог. Что они отвечают, Карина? Я не вижу, про что вы пишете. Хорошо, говоришь по-испански, мне кто-то пишет. У нас есть эксперты по-испанскому, оказывается. Так, ну что, одну сыграть еще? Давайте еще одну партию. Неудачно. Вот тут надо бы уже так ходить. Там ничья ведь только. Я время еще запустила тоже, как вот бывает иногда. Что там? Напишите вопрос. Я не вижу вашего вопроса никакого. Вопросы, да, вопросы они мне прислали, что будут спрашивать. Поэтому мне надо подготовиться. Потому что я знаю, что меня спросят. I will play one more game, but I think not more, because today was tough game, I had many lessons, and I'm tired. You see how I blundered? So now you can understand me. That's why I think last game for today. Опять черными, да? Давайте c5 на этот раз. b4. Такие разные гамбиты. Что-то помню, с этим у меня было, что ли. Кем я так играла? Какие-то партии у меня были на эту тему. Как я помню.
Я соперниц вообще не думаю. Шлеп, 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 шлеп. А, бить нельзя там. Слон А3 потом. И чё, так хорошо, да? Какие-то заготовочки эти гамбиты. Давайте их 5 пойду тогда. Закрою позицию. Ой, на d6, заноза. Это еще мягко сказано. Я играл даже с ней когда-то. Че, конь f5 не пошла, слона могла разменять. Была бы неплохая идея. Так, пешка висит. Чем мне не нравится, у меня пешки слабые такие. Мне кажется, мне надо просто защищать все, все, что висит, все защитить просто, а дальше будет видно. Выбора нет. Нехорошо, да, опять что-то получилось, но ладно. Какую-то муть сделала я. Вот сюда. Что хочет-то? Я просто боюсь зевнуть немножечко. Ой, я если возьму коня, она берет ладью, да. Сюда пошла. Слабости. Подвисают все. Слон c8 на b5. Какая-то плохая позиция. Я бы сказала, очень даже. Как мне выкрутиться-то? Ой. Ладно, сейчас попробуем. Просто надо хотя бы ходы делать быстро. Сейчас уже нету такого этого. Мне нападает как это. Может быть, это чересчур даже так. Мне сейчас надо фигуры там какие-то подвести. Защиту. Так. Возьму. Все, пока беру, пока все, что дают. А, куда это оно? Слон неудачно встал. Так, еще так. Сейчас, ладно. Ой, на 6. Ёлки-палки. Так, ладно. Ничего не грозит. Или грозит? А, нет, пока ничего не грозит. Конь d3 есть промежуточный. Так, ну что-то она слишком решила неподготовленно мат поставить. Так все-таки не бывает обычно в жизни-то. Или в жизни так бывает? В жизни так бывает. Сейчас я ей мат поставлю. Что любовь приходит вновь. Матецкий. В жизни так бывает. Ладно, удержала. It was a bit dangerous, yeah, my king was not good, and in general, my position was not good, because knight on c5 was very, very strong. In this position looks not good for me, I guess.
Knight on c5 and pawn is weak and so many weaknesses. It will be the last game. I don't know, maybe let's play one more to get 2600 to try. Because I need 3 points, I can play at least one game, yeah, just to try. If it doesn't work, what to do then next time? Great, thank you. 32 зрителя, всем приветик. А чё, он просто вышел? Чё-то какой-то новый аккаунт вообще странный, конечно. Не хочет играть. Он меня же один раз продул, поэтому, наверное, испугался. Бывает в жизни огорчение. Один поинт дали мне. I don't know, he didn't want to play. What can I do? Чё, себе какой-то рейтинг большой у него. Так, окей, let's play one more. Я проиграла один раз ему. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Пламя догорает, так и не бьется в венах кровь. Опять потянула на олдскульные песни. Стараюсь сейчас максимально концентрацию сохранять, потому что я уже подделываю. Я же вижу. Когда начинаешь подделывать, ты это чувствуешь прям состояние. Поэтому надо немножко повнимательнее быть в таком случае. Зря так, наверное. Так, вот Е6 пункт прослабился. Что там? Бегем, 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 бегем. Что-то надо делать. Ну ладно, что делать-то? Конь d4. Да. В один ход главное не делать пока ничего. Конь c6 есть. Ну ладно, отдам пешку. Что мне делать на конь c6? Конь e6. Так, если разменяю, ладья c8 придется, да? Конь на e6 как заноза просто. Сейчас надо его отсюда выгнать, потому что он мне будет очень-очень мешать. Да, вот сюда еще нападает. Ладно, так. Поля есть какие-то. Блин, ладья d6. Ну ничего, вроде ладья d6, это не ошибка. Двинуть ладью. А, все, ладей d6 больше нет, иди. Конь c4. Попробуем тоже напасть один раз. Не все же ему только. Так у него все висит на свете. У него проблема серьезная, кстати. Пешак точно съем. А коня еще поймать хочу при случае. Опс! Knight! Knight из ням-ням. After b3, knight e3, bishop c6. Knight из ням-ням. Юми-юми. Юми-юми. Они, видите, хотят со мной все играть до конца, поэтому давайте-ка сейчас не будем это раньше времени радоваться.
Юми-юми-юми. Дюм-дюм-дюм. Пешку съест. Блин, не все так просто. Что-то съедает мне пешки. А как мне быть-то? Давайте короля лучше. Аккуратней надо тут. Шпилит, будь здоров. Мата нет, на Е6. Все под контролем. Нечего без фигуры катать. Раду, сдавайся. Победа. Yes! I won final game. I won final game. Yeah, free points, but not so free. I won a piece, but I should win, yeah, till the end, so... By the way, don't forget to follow my channel. I will have a full stream in English too. Sometimes. Так, Евгений, спасибо за высокую оценку моих навыков. Так, ну что, давайте пообщаемся чуть-чуть. Все, я не буду играть, я просто очень устала. I got back my 2600. But I think it's just last game. I'm too tired for today. So chess for 5 hours, it's difficult, quite difficult. Let's speak a bit. If you have any questions, you can ask me. Нет, все. Ну, прет это прет уже из последних сил, я же чувствую. Не, если бы у меня сегодня был свободный день, конечно, 3 часа нормально было бы поиграть. Но, опять же, уроков много было. Суббота, кстати, вообще самый загруженный день получается как-то. Субботу вообще не отдыхаю. Так, ну что, есть какие-нибудь вопросики? Можем пообщаться немножко, какие-то вещи обсудить. Так, я на паузу поставила это. А, сейчас я могу это сделать. Полный. Сейчас, секундочку, может, на полный сделаю. Да посмотрим. Да, все работает. Ой, что нажал-то? Сюда надо его. Вот. Any plans to play OTB tournament soon? In August I'm going to play one tournament in August. But maybe earlier, I don't know yet. I have no plan. Ловушка в каракан забил с конем вторым ходом. Пригодна только для блиц или же для классики тоже? Вполне пригодная. Вообще не портит позиции очень сильно. То есть нормально абсолютно. Блиц, рапид, классику даже можно. Это адекватный ход.
Это не какая-то, знаете, жертва, и там будь что будет, да, как повезет. Нет, абсолютно. Нормальный ход, можете играть конь Е2. Там, естественно, другие есть принципиальные ходы, такие как место слона F5, ход C5, ход D4 тоже надо знать. Ну, C5 это будет переход примерно как в этот, в французскую, такие позиции. Правда, белопольный слон выходит. А если хоть D4, там надо смотреть C3 и так далее. No, in Spain. I'm going to play in Spain. Would you like to improve your English level? Yes, I'm going to improve my English level. Спасибо, Андрей, за предложение. Я сейчас это на курсы там хожу. Вот, в этом году сейчас один курс закончил, в сентябре новый начинаю. Поэтому не знаю. Ну, в принципе, можно обсудить. Летом позаниматься. Летом будет время у меня. Ну и курса там у меня не будет, где я хожу. Поэтому можно. Да, мне надо, конечно, улучшить мой английский. Я тоже так считаю. Поэтому начала этим заниматься. На шахматные темы-то ничего вроде бы. А так вот какие-то общие вещи бы мне не помешали. Там правила тоже. Моя проблема в том, что английский я никогда не учила, как бы. В принципе, только смотрела видосы и на этом это. That's why you learn Spanish too. I'm living in Spain. That's why I'm learning Spanish. You can take accent training. Yes, maybe. Maybe, yes. Сделайте серию роликов «Ловушки для начинающих». Ну, Надир, не знаю, потому что таких роликов куча абсолютно в интернете, да. Я считаю, что они не помогают, я считаю, потому что это учит вас надеяться на какие-то глупые ошибки соперника, и в шахматы они не учат играть сильно. Поэтому мне неохота этим заниматься, такую делать, эту. What part of Spain? In Canarian. Canarian Islands. Do you like reading books? I am on Telegram. Yes, you can join, Andrei, you can join my Telegram channel, Karina Chess. And you can write me there. We can contact. Reading books, мне нравится, конечно, reading books, но на английском я вообще reading books не читаю. Сейчас на испанском пытаюсь читать книги какие-то, чтобы повысить свои знания и умения. Вот. Ну и на русском, конечно, тоже. А так времени нету на всех языках. Напишите, может быть, что-нибудь придумаем летом. Вообще, конечно, книги тоже надо изучать, просто по книгам тоже можно учиться, но все это время... Я ходила вот этот весь год на курсы 2 часа. 2 часа 2 раза в неделю. Это я на английский ходила, 4 часа в неделю. А испанский я ходила 4 дня по 2 часа, 8 часов. То есть неделю я ходила на 12 часов на языки. Но это так нехило, я считаю. Any plans to go to Russia soon? I don't know yet. I don't have any plan concrete. Когда будешь в России, встречу с подписчиками? Ну, я в прошлый раз хотела в World Chess Club провести, но что-то народ не собрался, я не знаю. Я бы с удовольствием. Главное, чтобы были зрители, как его, подписчики, кто придет. Can't wait for your arena in upcoming stream. Yeah, I should create some tournament, yeah, for my subscribers. Okay, Andrei, I will wait your message. Что именно любишь читать? Ну, вообще художественную так-то читаю, в основном литературу. Художественную, шахматную, по психологии тоже много чего читала. Сейчас что-то в последнее время не читаю. А по-испански вот Дон Кихота читала в оригинале. Ну, там не полное, конечно, не полное собрание, да, этих сочинений, рассказов, а там часть. Полную я еще не могу, конечно, читать. Ну, чтобы все понимать, надо переводить. Do you have any Russian friends where you live? Yes, I have. I have for sure.
Так, ну что, что-то вопросов не видно. А вот, кстати, ссылочка там, видите, вступайте в клуб. Сейчас я нажму, она открывается. Да, открывается. Карина Chess Club. By the way, you can join my club only chess. Feel free to join. Так, вот так, если я нажму, он откроется, интересно. Он должен вообще открыться. А, no. Sorry. My club is here. This link. What kind of music do you like listening to? I like to listen now some deep house, trance club, like this. But in general, any kind of music. Absolutely different. The time is now almost 10 o'clock. Дон Кихот. Да, ну там на испанском, конечно, не все мне было понятно. Я там со словарем одна страница, да. Ну, то есть это было такое чтиво. Надо было прям напрягаться, потому что со словарем надо было слова переводить неизвестные. Пока еще не такой у меня уровень, чтобы так взять книгу и спокойно прочесть все. Милен Фармер. Yes, I know her French singer. Very famous. By the way, very famous in Russian. Милен Фармер. Джаз. Джаз мне тоже нравится. Классическую, ну, я не скажу, что я специалист. Я, конечно, слушаю, но редко. Но она, кстати, хорошо так действует на нервную систему. Может быть, надо чаще слушать. Она как-то сразу это успокаивает нервишки. Но у меня сейчас, кстати, они нервишки в нормальном состоянии. Спокойные, я имею, так что. Просто иногда на турнирах они бывают немножко такие. Ну, взвинченные, и тогда какую-то такую хорошую музыку послушать не помешает. Так, еще раз напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty, там будут видео обучающие выходить, плюс есть закрытые уроки, и там разные бонусы, можете посмотреть. Так что подписывайтесь. Слушала «Сектор газа»? Ну, конечно, знаю «Сектор газа». 30 лет. Что там, демобилизация? Я тут недавно на тусовку ходила на одну, вот там это как раз был такой этот, как его, такой репертуар был. Yes, she's really popular, yeah, in Russia. Вадим, на политические вопросы отвечать не собираюсь. Вы прекрасно знаете, что 2 года назад я так получилось даже, переехала. И никак ни с одним политическим решением это вообще не связано, так что... Так что ничего тут я не буду комментировать. When are you going to Moscow? We'll see. I was going to go in summer, but now it's quite difficult. Сектор газа, yeah. Видите, уже на этом. Грина нет. Грина я, кстати, не читала. Ну, я вообще-то в институте училась по специальности социальной педагогики. У нас... Очень, очень большая нагрузка была, естественно, психологию мы изучали, возрастную, очень много. То есть, что мы там, Фрейда изучали, Эрика Фрома, да, всю классику психологическую, Маслоу, в общем, вот такие классические вещи. Но после универа я просто читала по спортивной психологии какие-то книги разные, ну, для себя, чтобы мне в шахматах это помогало. Вот. Такая у меня была. Так, а вот недавно тоже книгу «Сила подсознания» прочитала. Хорошая книга.
Хорошая книга. «Сила подсознания. Изменить жизнь за 2 недели». Ну, это известно, я так взяла, просто известно, но действительно понравилось. Потом, естественно, этого читала «Трансформация», «Трансерфинг». Все вот эти самые такие известные. Самая книга, которая на меня повлияла, не знаю, даже сейчас так вспомнить-то. Не знаю, на меня книги Ремарка как-то повлияли. Я их после школы начала читать и все просто перечитала. Эзотерика тоже читала, а шо знаю. А шо читала из эзотерики. В какой-то момент так немножко увлекалась, но сейчас что-то как-то уже отошла от всего этого. Да, я не буду играть сейчас дальше, поэтому я решил пообщаться. Я сразу сказала, что 1,5 часа, скорее всего, буду играть, потому что сегодня такой день был сложный, и я уже чувствую, что больше ничего хорошего не будет. Ну, если бы у швейцарской системы, если бы у женский приз, сами понимаете, да, все-таки жалко, что они женские призы-то убрали. Эдхарда Толли я тоже знаю. Какие-то его эти слушала. Ну, я аудиокнигу там слушала немножко. Не знаю, раньше как-то больше этим увлекалась, но сейчас отошла от всего этого. Немножко от этих. Как, знаете, с одной стороны, такие книги, они позволяют себе как-то вот себя понять там, в каких-то вещах разобраться, а в другом случае они как-то тебя направляют к такому самокопанию, который не всегда необходим, я считаю. То есть иногда слишком ты начинаешь там думать что-то. Вот. И не всегда это нужно, мне кажется. То есть всему свое время, я бы так сказала. We are tournaments of something soon. Yes, I'm going to do some tournament in my club. So feel free to join. I will do, for sure. We have almost 1,000 people, yeah, in the club. Yes, almost 1,000. But maybe anybody wants to join us, you can do it here. Нет, какие, конечно, я не могу уроки переносить, как вы, Миша, это себе представляете? Нет, я не могу. Ну, я могу только, может, один раз там перенести, если какой-то очень крутой турнир будет. Но так не получается. Расписание есть. Канг там море в Испании теплое. Ну, сейчас, да. Ну, оно вообще было теплое, это круглый год тут. Я что-то ходила, позавчера я купалась. Позавчера я купалась, но тут тепло было. Просто тут бывает, знаете, это песчаная буря. Вот. И когда песчаная буря, тут очень жарко резко становится. I'm drinking beer, so not joining. It's good Saturday for you, but I'm not drinking beer now. Вот туду. Какая самая лучшая в плане организации силы? Ну, российская лига была одной из самых сильных и есть. Ну, там просто, смотрите, допустим, Бундеслига, там есть женская команда. Ну, как бы женский чемпионат, да, отдельно. Российской лиги тоже. В сербской лиге тоже. В турецкой лиге там нету отдельно женской команды. Ты в мужской как бы играешь. И в испанской тоже нет. Там отдельно просто женщины в команде играют. Общие, смешанные команды. Поэтому разные, но мне вот очень нравится моя команда в Германии. Очень хорошая, очень-очень хорошая организация в Германии. В команде с удовольствием играю. Ну вот мы боремся сейчас за чемпионство. Там посмотрим, как все закончится. Don't play under influence. Why not? One game. I can play. Hi guys on Twitch. Don't forget to follow my channel. I will do stream in English one day. Книги способствуют самокопанию? Конечно, способствуют. Ну, если там какие-то такие книги читать,
то они ни к чему не способствуют. А книги к самокопанию, конечно, способствуют и к размышлению. Карина, секундируешь во время турнира другим шахматистам? Нет, я никому не секундирую, только своим ученикам. Вот, но мои ученики сейчас нигде не участвуют особо. Мои ученики в интернете участвуют. Немцы в Бундеслиге играют? Ну, на женской команде немки играют, конечно, в нашей команде нет. В нашей команде вообще ни одной немки нет. Ну, вы сами знаете, что немок-то сильных не так много же, как в России шахматисток. Поэтому их на все команды-то не хватает. Ну, там много любителей тоже. You can do mixed teams too. So, do you like how I speak Russian? If you like how I speak Russian, I can do, yeah. I think very soon you will understand me. Два за зрителей, всем привет, кто не спит. Может быть, уже просто часть пошла спать, я их понимаю. Вот. Какой самый сильный ученик у меня сейчас? 2300 на личес. Ну, молодой шахматист. Перспектива есть. Будет заниматься хорошо, все будет. I totally understand Russian. Yeah, after one beer you can understand a bit. But after 10 beers you will understand Russian without any problem. And you will speak Russian. Oh, they cha-cha? Why cha-cha? We don't use cha. But okay, we use sometimes, but not every time. What chess book you recommend, a level what, 1800? Depends what do you want to learn, you know? You want to learn in-game, tactic, or, so, or strategy. Кстати, сегодня был очень крутой стрим у Романа Юрьевича Овечкина. Кто не смотрел, я советую, заходите. Стрим был с Юрием Яковичем, тренером сборной бывшим. Сейчас тоже женские команды, женскую команду Урала тренирует. Ну, известный тренер. И был очень интересный стрим, я с удовольствием послушала. И вам советую. Там тоже советы он давал некоторые, и так интересно просто было. За Карину Мазучук болеет, Альфа. Ну, у вас хороший выбор. I don't know, Dilmont. I have no idea. Cannot answer. Так, 57 лайков. Давайте еще 3 хотя бы. В 32 года какие спортивные задачи можно ставить, или это уже пенсионер? Ну, вы имеете в виду кого себя? То есть, кого вы имеете в виду, любителя или профессионала? Для профессиональных шахмат? Поясните, не поняла немножко. Enjoy, Miss Karina, I'm starting to cook dinner now. Good for you, Tanush. See you next time, bye-bye. Карина, кто был самым значимым тренером в карьере? Фух, отличный вопросик. Самым значимым. Да каждый был значим. Каждый тренер был значим. Мой отец, естественно. Мой, можно сказать, первый тренер. Также в шахматной школе мой первый тренер Равиль Хафизович Газизов в Казанской шахматной школе. Вот. Ну, много тренеров. Всех перечислять... Такой уже на профессиональном уровне, во взрослых шахматах, я думаю, что Валерий Александрович Чехов, конечно, был значимым тренером для меня. Я с ним занималась, когда в институте училась. Вот. И Артем Замфирович Ахметов, вот это самые такие, с кем я занималась больше всего времени, и кто, конечно, мне именно в профессиональных взрослых шахматах помогал.
Другие проигрывают, а им пофигу, а вы расстраиваетесь. Ну, Иван, такой характер. Карин, почему вы так расстраиваетесь, когда не выигрываете? Потому что я люблю выигрывать. Логика простая, по-моему, как 2×2. И проигрывать не люблю. И я, если честно, даже в теннис иногда расстраиваюсь, когда проигрываю. Хотя, что я в теннис так играю? Для себя, можешь сказать. Have you ever played any top Russian female players like Kostyniuk, Lagno, Giga? Yes, I played against all Russian top players. And Gorechkin also I played a few times. Играла в сборной? В сборной играла на универсиаде. На студенческой универсиаде играл в сборной в 2011 году за сборную России. Это было круто. Воспоминания вообще супер. В Китае была универсиада. Там, знаете, что было классно? Там же было все виды спорта. Шахматы первый раз включили в программу универсиад. Это была летняя универсиада. И шахматы включили в программу. И... там были все виды спорта, так что было очень круто. Такие ощущения, как Олимпиада, в общем. По ощущениям, как Олимпиада, вот говорю. То есть это универсиада. Вот. Очень крутое событие. Потом, через, получается, 2 года после Китая она была в Казани. Но в Казани я уже не играла за сборную, я уже институт закончила, не могла играть. Но, когда я в Казани была универсиада, я работала в организационном комитете. Там тоже был шахматная часть, шахматный турнир. Кстати, универсиаду выиграл Весли Со в Казани. Это так, для интереса. То есть турнирчик был топ, я бы сказала. А в Китае выиграл, по-моему, этот Ван Ю, тоже топ. 2700, да, плюс. То есть состав были очень сильные. Когда будут за женскую корону? Так слушайте, турнир претенденток скоро должен быть когда-то. В конце года, по-моему, турнир претенденток. И в следующем году, наверное, за корону-то будут. Я очень надеюсь, что Горячкина выйдет еще раз. Я буду за нее болеть. Какие впечатления от Китая? Впечатления своеобразные. Ну, не знаю. Так все интересно, конечно, но специфично. Я еще была... в июле там была такая духота, жара просто невыносимая, там влажность дикая. Вот, еда специфическая, конечно. Хотя там, знаете, была такая столовая и все виды кухни всех стран, в общем. Там была просто организация супер-мега-топ. Я не знаю, нигде такую организацию не видела. Разве что в этом, на чемпионате мира в Саудовской Аравии. Сейчас спасибо за ответ. Сейчас хотят сделать... Ну, шахматы не будут олимпийским видом спорта, это и так понятно. Они хотят сделать уже это 100 лет, но я думаю, что не будут. Не, как-то невозможно просто шахматы в эту олимпийскую вписать. Понимаете, шахматы тоже... Вот как включить в олимпийский вид, даже вот просто представим... Шахматы, вот вы представьте, что в каком-то виде спорта можно согласиться на ничью, типа, ничья, ничья, расходимся. Ну, ни в одном спорте такого нет. Даже вот на основании этого, как шахматы туда включить? Или что, запретить всем ничьи, что ли? Я думаю, нет шансов, что шахматы включат. Ну, не знаю, может, через 20 лет, но не уверена. What is your actual rating? 2386. My place now 62nd place ranking in top woman, top 100 woman. В женском шахмате, но по рейтингу Хоуи Фань. Она, правда, не играет сейчас. Я не знаю, она в рейтинг-листе-то значится? Не уверена. Шахбокс? Ну, пусть включают, я не против, мне что. Я в шахбоксе участвовать не буду.
Я не готова в шахбоксе участвовать, честно вам скажу. Не для меня это. Yes, I'm... This is my place. You can check rating list easily on FIDE. Финансирование. Да не знаю, что будет там. Финансирование, не финансирование. Сейчас непонятно вообще, что будет. Посмотрим. Что будет, то будет. Не знаю. Не думаю я почему-то, что их включат в ближайшем будущем. Столько лет пытаются. По бартеру Андрей предлагает. Мне Евгений уже предлагал по бартеру. Я уже выбираю. Конечно же, Юдит Полгар самая великая. Без сомнений. But you can check rating list on FIDE.com. Где шахматы популярнее? Ну, в России популярнее, конечно. Ну, тут тоже играют. Ну, так. У нас на результат больше людей играет, а тут больше играют для общего развития просто. Сейчас же очень много тоже школ, где уводятся факультативы, уроки. Ну, это хорошо очень, я считаю. Юдит самая, конечно, просто супер-пупер она. То вторая после нее, ну, по заслугам Хоу Фань, конечно. Интересно, заманчиво, Андрей, заманчиво. Евгению тоже заманчиво, видите? Прям у меня это... Hope you will be in top 50. I hope too, I will try. В парках? Ну, я не видела, чтобы так играли. Ну, бывает, наверное. Что-то... Ну, есть тут какой-то парк, да, я видела. Ну, я не знаю, насколько это популярно прям, что... Просто, может, так встретилось. Вот. Я помню, что-то я в универе училась. Я даже как-то в парк Сокольники ходила один раз играть. Но это так, по приколу было. Такой там часы янтарь были. Нормально. Флаг. Откуда пошло выражение «упал флаг»? Вот оттуда, с часов янтарь. В Сокольниках, да. Мы, кстати, я, кстати, жила рядом с Сокольниками. И там мой райончик был. Юго-запад, мой район в Москве. Район моей молодости. Обожаю этот район. До сих пор даже приезжаю в Москву, всегда там это гуляю, вспоминаю. Веселые года. Да, универ, наверное, самое веселое время было. Мне кажется. Парк Сокольники. Преображенка. Ну, кто из Москвы, тот поймет, да? I repeat your words, even if I don't understand them. It's a beginning. Yes, good practice for you. You can repeat. Have a good day. See you next time. See you too. Don't forget to follow. I promise I will do same in English. Где лучше жить, в Казани или провинции? Казань или в Москве? Казань провинция? Ну, я бы не сказала, что Казань провинция, честно говоря. Мне, по-моему, язык не повернется назвать Казань провинцией. Кто был, тот понимает и знает. Ну, конечно, не такой мегаполис, как Москва, это понятно. Вот. Ну, где лучше жить, я не знаю, зависит от того, кому что больше нравится. Не скучайте по Москве? Ну, по Москве у меня была, конечно, такая ностальгия. Ну, я когда приезжала, у меня прям очень хорошие эти впечатления.
впечатление. У меня еще друзья, естественно, остались в Москве с универа. Практически все в Москве остались с универа. Никто не разъехался никуда. Вот. Я с ними встречаюсь. Вообще супер. Так-то. Воспоминания. Вы играли против Хоуи Фань? Какой у нее стиль? Против Хоуи Фань я не играла. Я играла против Ювин Юн, кстати, чемпионки мира как-то. На Moscow Open. Проиграла, правда, но партия была очень даже боевая, интересная. Давно это было, она еще не была чемпионкой мира. Let's go, Петербург. Петербург мне тоже нравится. Если бы не погода, там вообще было бы супер, я тоже считаю. Но погода все-таки это. Уж слишком. Такая. Хотя я как-то была один раз. Ну, я не один раз была в Питере, а много раз. А один раз я, помню, приехала, и все время было солнечно, и так было классно. Там на этом, на теплоходе по Неве каталась. В Петергоф ездила, вообще было супер. Да, в Питере у меня тоже есть друзья шахматные, так что с удовольствием так-то приезжаю. Почему в Казани не учились в универе, в Казани очень много вузов? Потому что я поехала в РГСУ учиться, чтобы в шахматах прогрессировать и чтобы гроссмейстером стать. У меня даже мысли не было, чтобы остаться в Казани. И это был абсолютно правильный выбор на тот момент, поехать в Москву. Там были все возможности, и турниры были, и там хоть каждые выходные можно было ходить, играть, там Рапид, Блиц даже, и тренера были, вот. То есть возможностей для тренировок было очень много. Ну, гораздо больше, точнее. Так что, когда я поехала в Москву, 17 лет, ну, мне еще 17 не было, 16 получается, у меня был рейтинг 2170 где-то. 2170. Вот. Ну, и потихоньку там прогресс начался. То есть пока закончила универ, гроссмейстера выполнила. Нет, против Магнуса я не играла. Негде мне было с ним сыграть. Разве что в интернете, может, получится как-нибудь. Ну, не знаю. Да, Юдит выигрывал у Каспарова. Там, где он это, психанул. А, так он же хотел переходить ниже в партии. Уже переходить был этот известный случай с ней в партии. Так, ну что? Все, наверное, закругляться будем, все спать. На футбол нет, я не ходила на футбол тут. Ну, я тут, где я, тут нету этого клуба, чтобы играл в высшей дивизионе. Вот, я не ходила на футбол тут. Но я вообще за Спартак болею, я бы сходила вот на Спартак. Сейчас Спартак-Динамо будет, финал Кубка, я бы вот сходила, если бы была бы. Правда, Спартак болеть тяжело. Чаще разочарование происходит. За Рубин тоже, кстати, сейчас болеть тяжело. Все проигрывают подряд. Ну так вот, он пытался переходить. Известное видео, Иван, посмотрите, забавное. А там-то все видели. Так просто нельзя. Да, самые крутые впечатления от футбола, конечно же, чемпионат мира 2018. Просто супер. Лучшее, наверное, вот что я... Такое вот грандиозное событие, где я была. Просто фантастика. Было очень много матчей посетила. Была на четвертьфинале Бразилия... Ой, четвертьфинал Франция-Аргентина. Сумасшедший матч 4-3. Была на... Так, полуфинал был? Или четвертьфинал? Бельгия-Бразилия. Четвертьфинал. Да, четвертьфинал. Бельгия-Бразилия. Вообще супер. Но это самые такие. Я еще на других матчах была. Была, кстати, на матче в Самаре Россия-Уругвай. Мы продули 3-0. Поехали специально в Самару.
И мы продули 3-0. Потом еще Волгоград ездил, кстати, на матч Япония-Польша. Ну, это так. Ну, завтра воскресенье, я думаю, что он весь день рабочий, нет? Хотя у меня завтра интервью же, я должна подготовиться. И урок у меня завтра еще. What to do? It's their choice. I don't know. Когда в следующий раз стримите? Ну, я, может быть, во вторник титульный буду играть, но не обещаю, потому что во вторник я иду там это... оценки получать-то. А может, потом это вечеринка будет. Кто знает-то. Обычно после оценок всегда вечеринка. Поэтому... ну, вечеринка днем имеется в виду, поэтому я даже не знаю. А так обычно я по вторникам стримлю. Стабильно. Ну, иногда пропускаю, конечно. Но более-менее стабильно. Раньше еще по пятницам у меня бывало. Или по четвергам вечер. Может, кстати, будет тоже периодически. Сейчас вот летом время ведь... появится больше. Как-то. Goodbye. Какие впечатления о Волгограде? Ну, мне очень понравился Волгоград. Я вот от Мамаев-Курган была в шоке, конечно. Такой монумент. Вообще такое место впечатляющее. Все должны побывать, мне кажется, на этом месте. Ну, Волгоград мне понравился. Очень красивый город, мне кажется. Ну, дороги такие какие-то, слегка разломанные. А так как-то там душевненько все так. Красиво, Волга такая широкая. Да мне и Самара понравилась, Самара тоже сейчас. Набережная красивая. Ну, у нас в Казани, конечно, самая красивая набережная. Я думаю, красивее, чем в Самаре и в Волгограде. Так что всех приглашаю, приезжайте в Казань, вам понравится. Есипенко played Гран-при. I think that's why. Учеников много, да. Так вас там нет же, ну как... так все равно приезжайте. А, вы хотели ради меня, что ли, приехать? Ну, если ради меня, то тогда приезжайте сюда. Иван, спасибо вам за спонсорство, спасибо большое, но если вы в России и это оформили спонсорство, тогда я, к сожалению, вообще ничего не получу, потому что YouTube отключил монетизацию для спонсоров из России. Поэтому я не знаю. Если вы не в России, тогда, наверное, даже что-то и получу от вашей подписки. Но в любом случае, спасибо большое, что решили стать спонсором. Для этого я и создала Boosty, там тоже есть такая функция, вот. И как бы ваша поддержка непосредственно до меня доходит. В этом плюс. Но, к сожалению, пока такая ситуация, и непонятно, это когда, ну, восстановится эта функция. Но вам большое спасибо. О, вы видите, королем стали белым. Так, ну все, тогда да, тогда я смогу. Ну, что-то получу за подписку, наверное. Белый король. Да, у нас есть еще, кстати, черный король. Черный король у нас Глеб. About Svidler, I don't know. I think now he's commentator more, yeah. I think he's just not so active. Так, смотрите, 15 зрителей еще смотрят. Я уже думала, все, сейчас спать там идут. Ну нет. Ну ладно, иногда должен же быть разговорный стрим тоже. Потому что все, мы играем. Когда играем, то нету времени абсолютно, как его, пообщаться-то. Вся в игре. Ну ладно, может быть, что будем делать? Если вопросы есть, спрашивайте. Если нет, может быть, спать, отдыхать, я не знаю. Никаких мыслей нету особых. Завтра футбол буду смотреть.
Зенит Спартак. Вы играете со зрителями? Да, Иван, я играю не так часто, но бывают такие стримы. Поэтому вы за анонсами следите. Если вы подписались и нажали на колокольчик, тогда вы не пропустите. И, кстати, еще есть сообщество в этом, как его, ВКонтакте. Там тоже можете подписаться. Тогда я там тоже анонсы делаю, ну, чтобы не пропустить. Еще там задачи публикую, тоже интересные бывают. Да, я делаю я стримы, игры со зрителями, просто не так уж часто, но делаю. Поэтому, ну, бывают периодически. Вот мне сейчас это, я думаю, турнир клуба надо будет как-то сделать, потому что многие спрашивают. Поэтому я думаю, что надо сделать. Окей. Окей. Ладно, давайте, наверное, отдыхать. 2600 вернулась сегодня за четверг, за те мучения. Ой, да, было, конечно, в прошлый раз нервно. Yes, I'm top player for sure. Now I took 11th place. In Russian list, rating list for women. I think we should go to sleep, maybe. Maybe it's good idea to relax a bit. And let's do some stream in English one day, maybe next week. You should follow my channel. And we will play maybe some games. We'll see. Ладненько, давайте отдыхать. Действительно, что-то как-то уже спать охота и вообще какая-то усталость. Наверное, надо отдыхать. Спасибо вам за внимание большое, спасибо за поддержку Евгению и Димедрову, спасибо вам большое за ваши донаты, Ивану спасибо за оформление спонсорства, спасибо, кто подписывается на Boosty, будут еще видео, будет много их, одно уже даже записала, скоро выложу, также подписывайтесь, кто не подписан, ну и увидимся на следующей неделе, думаю, так что не теряйте меня, будем на связи. Thank you very much, guys, for watching me. Let's meet next week. And now let's relax a bit. It was good tournament. Okay, half part of the tournament, but was quite good. Played some interesting games. I hope you enjoyed. See you next week. And keep in touch. Don't forget to follow my channel on Twitch and on YouTube. By the way, on YouTube I have lessons in English. So you can join too. Yes, have a good night. See you next time. Все, спасибочки всем. Отдыхаем. Отдыхаем. В следующий раз еще пообщаемся. Давайте. Основательно. Вот, рада была провести время с вами. Все, всем спокойной ночи, до новых встреч, увидимся, коня тоже говорит.